Бендерской крепости построят шалаши на еврейский праздник Суккот. 16 октября в цитадели будут угощать еврейскими сладостями. Устроят мастер-классы, конкурсы и концерт. Яна Раховская с подробностями. Еврейский праздник Суккот начнется ровно в час дня в цитадели Бендерской крепости. У гостей будет уникальная возможность попробовать национальные блюда. В меню еврейские сладости по старинным рецептам. Давайте вам расскажу кратко о самом празднике. Суккот еще по-другому называют праздником урожая, и длится он ровно 7 дней. Торжество приходится на период, когда земледельцы уже закончили собирать урожай и могут наконец отдохнуть. На протяжении недели люди живут в шалашах и устраивают большие трапезы, встречая гостей. Ну какой же праздник без песен и плясок? На сцене Бендерской крепости будут выступать наши местные артисты из Тирасполя и Бендер. А еще приедут гости из Кишинева. Это музыкальная группа «Махагон» и известный молдавский исполнитель Константин Москович. Что еще интересного ждать? Обилие мастер-классов. Всех желающих будут учить изготавливать традиционные открытки. Ну а для детей будет очень много конкурсов и других развлечений. Ну и под конец праздника на большом экране под открытым небом покажут советский фильм «Бендюжник и король». Погода в этот день обещает быть хорошей, ясной, но все-таки лучше одеться потеплее, чтобы ничего не испортило праздник. Яна Раховская, Василий Гриб, ТСВ.